дуэт «Летающие бегемоты» Елена и Сергей Светловы. Встречайте! Добрый день, спасибо, Олечка. Это очень приятно, что нас здесь ждут и знают. Что-то я нервничаю. Правильно. Слова не научил. Потому что у некоторых привычка есть что-то сочинять. Походу. Да, иногда. И петь что-то новое. Вот и сегодня мы хотим предложить. Ну, старое как-то, но надоедает, правда же? Ведь человек с гитарой, если дали ему гитару, значит, он должен что-то сочинять же, правда? Мне кажется, так. Ведь барды, они вот эти люди, которые, ну вот на кухне, да, он сел и пока мы вместе собрались. А что тут у тебя? У меня был друг, к сожалению, уже царство небесное, он жил в Сергиев Посаде, но он знал всего Высоцкого, вообще Окуджаву, Галича, все. Сам ничего не пел и не играл. Но когда я к нему приезжал в гости, где-то раз там, в 3 месяца, он ставил магнитофон вначале, еще такой кассетный, он говорит, так, давай пой все, что у тебя новое, а потом будем, значит, будет купить. И так вот все время это происходило, да. Так как у нас тема очень такая симпатичная, фильм недавно показывали, «Большая перемена», но как бы если посмотреть поглубже, да, вот у нас есть песня новая вот совершенно под названием «Меняется все». Меняется все. Себя загляни.
Следующей будет еще одна жизненная история под названием «От меня уехал волк». Со стихами нам помог уже замечательный каждый день прям так. Тим Собакин. От меня уехал волк, я кормил его капустой. Видно, это дождь вкусный, видно, кушать он не мог. Видно, кушать он не мог. Волк уехал от меня, сколько зверя не кормить. Песню про нашего дорогого педагога Семёна Семёновича, да, педагога, к сожалению, потерявшего ботинок. Да, вот. Поможете нам, только вот, да, при одном слове, если вы нам поможете подпеть. Да. Там у нас в конце есть такой общий припев. Я вам сейчас покажу, вы попробуйте его как-нибудь запомнить, да? Семён Семёнович, Семён Семёнович. Не стесняйтесь. Самый лучший педагог, уже, так сказать, уже вторая половина пошла вечера. Семён Семёныч. А ну, до утра еще один. Семён Семёныч. Самый лучший педагог. Ну, вот это так мы с вами в конце, он будет даже чуть погромче. Научной проблемы, что ботинок не надел, что ботинок не надел. Так прохожий шел угрюмо, умер от супрамор. Это был Семён Семёныч, знал. Я помню.